Доброго дня, дорогие любители футбола. У микрофона Роман Леонтьев. Добро пожаловать в Ессентуки. Стадион Ессентуки Арена. И второй матч сегодняшнего игрового дня комплексных всероссийских соревнований в рамках высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги. Турнир проводится при финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации, а также при поддержке Министерства науки. Командный прессинг до вратаря. Соперник под прессингом ошибается. Передача, нет, положение вне игры. Момент, голевой удар. И главой удар. Подача сильная. Удар. И мяч в сетке ворот. 1-0. Санкт-Петербург выходит вперед. Вот так сделали скрещивание. Классно запутали защитников соперника. Выпрыгнул Терещук. Именно так открыл счет в этом матче команда СПБКУ после розыгрыша углового. Но теперь низом на ближнюю штангу наброс. И мяч удалось сохранить. Еще одна передача. И мяч в сетке ворот. 2-0. Вот это да. Нет положения вне игры на всякий случай. Автор забитый мяча правой ноги выполняет подачу на дальний угол вратарской. Удар. Защитник с ленточки выносит мяч. Давайте смотреть еще раз этот эпизод. И вот он, вынос мяча с ленточки. Взять паузу. Подача в штрафную на дальнюю штангу. И гол! 3-0! МГПУ сейчас не добежал. Но здесь атака у МГПУ не получается. И вроде бы есть процент владения мячом большой. А мяч-то толком не держится. А соперник вот так контратакует. Удар! И 4-0! Замена происходит параллельно с празднованием забитого мяча. Пробрасывает мяч мимо соперника, оббегает его справа. Интересное движение. И передача под линию штрафной. Шаталин на коротке. Еще один пас. И бить кто-то должен уже. Бить. И гол! Волгаев в падении не забивал. И не ассистировал партнером. Один в один рискнет обыграть. Набирает Бобров скорость. Миронов приходит страховать. Бобров мяч подбирает. Еще одна передача. Удар в дальний угол. Это красивая точка в матче. 5-1. Едва вошел в эту игру. И, наверное, чуть ли не первым касанием отправил мяч в сетку ворот. И опять же, вот не прошла передача в центр. А кто-то же должен возвращаться в оборону. Бобров выходит один на один. Бобров! Новый Всеволод Бобров российского футбола. Миронов бежал из последних, прекрасно понимал, что уже не догоняют. Мастерски исполнил свой момент Бобров. Только тайм вот есть. После этого момента закончу мысль. Но здесь не опасная подача. Есть футболист в составе СПБПУ, который отыграл весь матч. Шикарно. С победой, Питер! СПБПУ, и вы видите это на ваших экранах. 6-1. Это сенсация.